именно этот вид приобретает все больше и больше популярность. Это, конечно, очень радует, прекрасно. Организация очень замечательная. Для меня, наверное, самое интересное то, что в кругу. Вот. Сама гонка, вот это соревнование, меня это просто заводит. Когда еще собираются три экипажа, которые летят с одной скоростью, когда интересно попадаться, вот. В кругу очень интересно. Там есть свои хитрости. Кто как командует, там экипаж под экипаж начинает командовать, там экипаж начинает там подзадоривать кого-то. Вот. А один начинает прижиматься к дальней вешке. Другой начинает под него тоже прижиматься, раз залетает. Такая техника интересная. Первый год ты просто летаешь, ничего не понимаешь. Второй год ты начинаешь понимать, что от тебя требуется, но у тебя это не получается еще. Где-то на третий год начинает получаться. Вот, знаешь, V3D это двигатель. Все, вот он запустился, он жужжит, все нормально. И до последнего идешь, как получаешь, а он заглохнет или не заглохнет перед землей. Я считаю, что надо стремиться развивать этот спорт, развивать судейство, развивать, грубо говоря, наш досуг и отдых во время стартов. Ну, этот вид спорта мне очень нравится. В другом случае я бы им не занимался. Для меня на данный момент это образ моей жизни. Заряжаю. Столько адреналина хватает здесь, что на год хватает потом. Там большой адреналин, самая веселая такая. Каждый полет как первый. Мне лично соревнования не столько, как там призовые какие-то места дают, а так отдохнуть от работы. Показатель, если модель отрывается от земли, то есть да, это очень приятно, но приятнее, когда она остановилась после успешного полета. Это приятнее.
Вроде подлетывали, все нормально, начали летать, руки трястись начали. Да, бывает, что руки трясутся, это первые туры в основном всегда. То есть тряска рук — это нормальное явление. Сейчас уже чаще не дрожат, чем дрожат. Ты уже понимаешь, что ждать от модели. Чуть-чуть запаздываешь, начинаешь ускоряться, резкие движения рулями и подводит к разбалансировке модели. Модель разбил, да, одну. Отказ машинок. Давно у нас вот за 3 дня 3 машинки умерло. Не хватает опыта еще, чтобы все это сделать. Батарейку, машинки собери. Бачок, привет. Вон, Саныч, беги, вон, самолет и капот вон правее от него. Будут другие результаты, будет другое настроение. Так, нас вызывают, ладно. Контроль радио. Первое место. Планы одни у нас могут быть. Планы у всех одни. Стремиться к первому месту. Ну, планы, конечно, есть. Починить то, что сломали, во-первых. Летать на том, что починили. Сейчас пороюсь по ящикам, найду, что осталось. Народа много стало. Это хорошо. Дети появились, тоже хорошо. Это такие нервы, потому что все вот это организовать... Какой-то судья не пришел, кто-то все, каждое утро нервничаешь, ждешь, а вдруг вот судья какой-нибудь один не придет, эти вот полеты нам, то эти военные, все как-то мешается, надо все организовать, чтобы не помешать аэродрому нашим, на наш полет, а то помешаем, значит, сейчас могут нас не допустить, вот это все такие организационные, ну, сложные это все дело, но это вам решать, как у нас получилось. Вообще, надо все соревнования переносить в столицу нашей Родины, в Москву. Хотелось бы, чтобы кто-то на нас обратил внимание, чтобы стали нам помогать, грубо говоря. Ну, не нам лично, а развивать этот спорт. Ну, а какое пожелание? Пожелание с любовью относиться к своему делу, раз, как можно больше тренироваться, два. И сделать как можно максимум хорошего результата. Ну, если не мы, то кто?